Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу, как мои соотечественники, украинцы, стремятся в Европу. У нас прошел вроде бы как Майдан, мы поменяли власть, но, к сожалению, люди у нас не поменялись. И на конкретном видео я вам покажу, как в магазине торгуют просроченными тортами, которые уже 2 дня назад просрочены. Как мне администратор рассказывает, что они не просроченные, что они нормальные. Потом, когда она видит камеру, она исчезает, торты, оказывается, которые на прилавке отложил себе какой-то покупатель. И непонятно, почему они там лежат, хотя там видно, что там написано, что типа скидки вот на этот товар. Исчезает администратор, потом мне рассказывают, что администратора вообще нету, когда я прошу, чтобы мне позвали администратора, что она на обеде, и охрана, вот это вот быдло, стоит на дверях, которая вот в рот набрала воды, и оно как бы вот сведомый украинец, который вот стремится к лучшему, к европейской жизни, который вот таким вот наглым образом обманывает вот, ну, своих соотечественников. Я считаю, что никогда не будет порядка у нас, пока вот такое вот быдло таким занимается. Все, смотрите видео, подписывайтесь на канал и пока-пока. Один у вас просроченный торт? Один просроченный торт? У нас нет просроченных. А вот это что, не просроченный? Нет, это не просроченный. Дайте я его посмотрю. Здесь просроченный торт продают. Ничего не путай, это не просроченный. Нет, дайте я его посмотрю. Давайте я куплю его. Нет, спасибо, он не продается. А почему он не продается? А кто это будет? А тут 72 часа, да, написано? Наверное. Ну да, 72 часа. А 23-го он сделан. Сегодня какое число? 27-го. Так он тоже у вас просроченный. Что вы ко мне пристали? Я в своем отделе. Я хочу книгу жалоб. Дайте мне книгу жалоб. У меня здесь нет. Ну, позовите администратора. Просроченным товаром торгуйте, еще не стесняясь рассказывайте, что он годен. Понимаете, что вы сейчас ересь несете? Нет, он отложен. На что он отложен? У себя отложили. Кто отложил? Дайте сюда его. Зовите администратора. Можете полицию сразу вызывать. Или что там у вас? Ядом торгуете. Ну что делать? Никакой нет. Забрал, значит, не вызывайте полицию. Книгу жалоб дайте мне. Издевайтесь таким образом. Ну, к вам не люди сюда ходят. Не люди, да? А что вы по-прочному товаром торгуете, да? Ребята. Где? Какая из них? Нет. Причем? Нет, это торта я прошел. Нет, я тут просишь, я почему? А есть вообще какие-то реакции у вас? Ну, люди вот пишут, жалуются. Кто-то реагирует на это все? Это отложено, это духовно расписывается. Да? Ну, конечно, да. Не, ну да. У вас тут регулярно, да?
Не стыдно вам? Вот за 12 ноября. Вообще реакцию ноль. Есть ваш администратор? Или будем полицию вызывать? Обед. Не стыдно вам, нет? Ну что вы так вот людей жучите? Ну что вы творите? Вам стыдно должно быть? А вы стоите, в рот воды набрали. Есть у вас совесть? Нет, почему? Что значит, при чем здесь совесть? Вы сейчас выгораживаете администратора и вообще весь персонал, который торгует просрочкой. Ну а что просрочкой? Смотрите, снято все на камеру. Все снято на камеру. И сейчас вы то, что рассказываете, что это не просрочка. Нет, это не просрочка. Да я вижу, что вы снимаете. Это не просрочка у вас лежала, да? Отложили себе, да? Хорошо, завтра вы узнаете о себе много нового.